Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцало в конце декабря 2020 года поручил местным отделениям партии обеспечить работу волонтерских штабов во все дни январских выходных. Начиная с 31 декабря и на протяжении всех праздничных дней волонтерские штабы муниципалитетов Московской области работали без перерыва. Кроме обычной ежедневной работы по приему заявок и оказанию помощи нуждающимся, волонтеры принимали активное участие в новогодних акциях «Единой России». С Новым годом, ветераны, елка желаний, спасибо врачам.